Самые употребляемые английские глаголы, часть 29, part 29. И разберем с вами следующие глаголы. Deal, иметь дело. Данный глагол неправильный, его формы deal, dealt, dealt. Deal, dealt, dealt. Например, я имею дело с клиентами. I deal with clients. I deal with clients. Например, он имеет дело с поставщиками. He deals with suppliers. He deals with suppliers. Fight. Также неправильный глагол. Его формы fought. Fought. Получается fight, fought, fought. Например, они подрались вчера. They fought yesterday. They fought yesterday. They fought yesterday. Throw. Бросает. Также глагол неправильный. Его формы threw, thrown. Throw, threw, thrown. Например, он бросил камень. He threw a stone. He threw a stone. В него. He threw a stone at him. Бросать в кого-то с целью нанести какой-то вред, это throw at. Поэтому мы используем предлог at. He threw a stone at him. А если, например, он мне бросил ту вещь, но не с целью задеть, там, какой-то вред нанести, то мы употребляем предлог to. He threw. Но на самом деле об этом многие забывают, но такова английская грамматика. He threw this. Он бросил мне ту вещь. He threw that thing to me. То есть, если просто с целью помочь. Далее, fill. Наполнять. И также очень часто появляется фраза глагол fill in. Заполни. Fill in the form. Заполни этот документ, эту форму. Fill in the form. Fill in the form. Там, заполните пропуски. Если вас там просят сделать это в упражнении. Fill in the gaps. Fill in the gaps. И, конечно, fill – это правильный глагол. И represent – тоже правильный глагол. Он берется как представлять. И пример. What does it represent? Что это из себя представляет? What does it represent? Oh, sorry. I'm really sorry, я извиняюсь, отвлекли, сбили с мысли. Давайте еще раз повторим, значит, чтобы мы лишний раз с вами все закрепили сначала. So. И вообще интересно получилось, что эти глаголы, которые с вами разобрали, являются неправильными, но за исключением feel и represent. Поэтому нужно знать формы deal, dealt, dealt, fight, fought, fought и throw, threw, thrown. Ну, давайте еще раз все сначала повторим. Говорится, practice is important. Практика очень важна. Practice is very important. So, that's why, таким образом, we will repeat it. Мы это повторим с вами. Deal, dealt, dealt. I deal with clients. He deals with suppliers. Fight, fought, fought. They fought yesterday. Throw, threw, thrown. He threw a stone at him. He threw that thing to me. Fill in the form. Fill in the gaps. What does it represent?